Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил двор на улице Калараш 3А. На одной из встреч в формате выездной администрации жители многоквартирного дома попросили обратить внимание на состояние придомовой территории. В частности, на необходимость опиловки аварийных деревьев и сухостоя, обустройства дополнительных парковочных мест и установки камер видеонаблюдения на детской площадке. Также по просьбе жителей в этом дворе будет решена проблема с водоотведением. Так как ливни часто у нас на углу дома постоянно затапливают даже больше щиколотки по бордюрам. Ну, мы главе города сказали нашу проблему. Он сказал, в ближайшее время нам устранят, потому что мы туда и в школу детки ходят, и сами в магазин ходим. То есть это нужно. То есть как бы этот угол нам надо сделать. Остальное все идеально, и мне нравится вообще здесь. На этой неделе будет проведена опиловка деревьев. Незамедлительно этого ждать не нужно. Потом жители затронули вопрос расширения парковочных мест. Мы тоже совместно с управляющей компанией пройдем с жителями, с советом дома, посмотрим, где мы можем увеличить парковочные карманы. Также по аварийным деревьям сейчас сделаем осмотр именно аварийных деревьев, которые можно спилить полностью, не просто сделать кронирование.